Gauravani All glories to Prabhupada. So, we're continuing with our series on Radha and Krishna's spring pastimes in Sri Vrindavan Dham. <coughs> now, amongst the many pastimes in which Krishna enjoys in spring is the famous festival of Holi which we call the festival of colors. Среди лил которыми Кришна наслаждается весной, есть известный праздник Холи, который мы называем фестиваль красок. The Holi festival is so prominent in Vrindavan that the charyas say that both Radha and Krishna have special names connected to Holi. праздник Холи настолько знаменит во Вриндаване, что Ачарьи говорят, что и у Радхи, и у Кришны есть особенные имена, связанные с Холи. She who is expert at singing, dancing, and playing musical instruments who surprised Krishna and Balaram at the holy festival who is the beloved of Shankachudra's enemy is the crowning garland of all the gopis is the crowning garland of all the gopis для Шри Радхи эти имена таковы цитата та кто искусно в пении танцах и игре на музыкальных инструментах которая удивила Кришну и Балараму на празднике Холи который является возлюбленной врага Шанкачуды, является венцом всех гопи. And for Krishna, nir mame а для Шри Кришны, цитата, «Тот, кто праздновал фестиваль Холи, и тот, кто убил Якшу Шанкачуду. Um, um, well, Даже не знаю, с чего начать, рассказывая о Холи Лилах Радхи и Кришны. Некоторые из них более известны, а некоторые менее известны.

Their names are very beautiful. Их имена очень красивые: Витихотра, Агнибхук, Шамба, Шрикара, Гопати, Шрута, Враджеша, Павана и Шанта. И говорится, что все они были состоятельными, привлекательными, образованными, благородными, добродетельными, щедрыми и отцами многих детей.

Now Garga Samhita describes that most of these girls had previously been demigoddesses in their previous lives. Garga Samhita описывает, что большинство из этих девушек в своих прошлых жизнях были полубогинями. And they had performed austerities and pious activities to become gopis in Braj. More specifically, uh, family members of Krishna, and even more specifically, uh, friends. Они совершали аскезы и благочестивые поступки, чтобы стать гопи-вавраджа, точнее говоря, членами семьи Кришны, а еще более точно — подругами Шри Радхи. И, будучи привязанными к шримате Радхарани, они поспешили к Ее дому, надеясь взять Ее с собой. Но когда они пришли, то обнаружили, что Шри Радха была в настроении мана, она была в умонастроении гнева. Точно не упоминается почему, но, возможно, Кришна сказал ей что-то или сделал что-то, чтобы рассердить ее, поэтому она сердилась у себя дома. Anger, И, надеясь унять ее гнев, каждая из ее подруг обратилась к ней лично. Он говорит, О, The ornament of Braja is leaving to celebrate Holi. послушай, украшение Враджа отправляется праздновать Холи. The distress you feel now will become but a grain of sand in the vast desert of misery. We will all be forced to aimlessly wander if we miss this chance to paint Braja and its prince The colors of love. Страдания, которые ты испытываешь сейчас, станут лишь песчинкой в огромной пустыне страданий, по которой мы все будем вынуждены бесцельно бродить, если упустим этот шанс раскрасить врач и его принца красками любви. So another gopi said, Другая гопи сказала, «Деви, вы должны были видеть Кришна Деви, ты, должна быть, видела глаза Кришны, вращающиеся под упоительным влиянием молодости, Его черные локоны, касающиеся Его щек, и Его желтый чадр, накинутый на Его плечи. And another gopi she excitedly added. Еще одна гопи взволнованно добавила, As Krishna walked, the anklets on his feet and the bangles on his wrists tinkled like cooing doves. His earrings illuminated his cheeks, and his crown glistened just like the rising sun. Shri Radha, когда Кришна шел, браслеты на его щиколотках и браслеты на его запястьях звенели как воркующие голуби. Его серьги освещали его щеки.

пока он шел по дороге с нанесенной на его тело конкумой, с особым шприцем для разбрызгивания красок в руке, окруженный друзьями, Прекрасный Кришна постоянно оглядывался, чтобы посмотреть, идешь ли ты. On. Затем, потянув ее за руки и подталкивая за плечи, описывается, что девушки подбадривали Радхарани. They said all together, our dear queen, queen of Vrindavan, please give up your anger, celebrate holy. Look, your maids are already bringing water mixed with dye, paste and flower pollen. Все вместе они сказали, наша дорогая царица, царица Вриндавана, пожалуйста, оставь свой гнев, празднуй холи, посмотри, Твои служанки уже приносят воду, смешанную с краской, пастой и цветочной пыльцой. You know, so В конце концов, Шри Радха смягчилась.

Описывается, что по случаю праздника эти братья Гопи были одеты в разноцветные одежды, сверкающие украшения, и все они несли с собой брызгающие предметы, украшенные драгоценными камнями, для того чтобы брызгать цветной водой. И их слуги следовали за ними с кувшинами воды, смешанной с агуром, мускусом, тумориком. Uh, and the essence of sandalwood. I it. So Gagasamita describes that as these girls walked through the village streets in public, they managed to restrain themselves, like nothing's really happening, so they didn't want to attract attention.

Но как только они оказались за пределами деревни в лесу, описывается, что их руки были уже красными от краски. Они секретничали, смеялись и пели баджжи И когда они продолжали идти, их веселье, это слово используется в описании, заряжала всех и вся, побуждая лианы, деревья, птиц и всех лесных животных танцевать и петь вместе с ними. И все это превратило в Радж в движущийся фестиваль. a moving festival i would like to be part of that moving festival <laughs> maybe by doing festivals in this world we can qualify ourselves one day to be part of the moving festival in bruges

The rhythm for spring. Гарга Самхита точно не рассказывает, какой баджан они пели, но в подавали это сборник баджанов великого вайшнавского поэта Гавинда Дасадхакура. Мы находим следующий баджан в Васантараге, что означает рагу или мелодию ритм для весны. This song is, uh, number in, uh, Вы подавали этот баджан под номером 87. it, it begins with the refrain. Он начинается с припевом. Ritu pati Biharati nagara shaan Radha rangini sangini bham that uh, with, with, with beautiful playful Radha on his left the dark hero Krishna enjoys pastimes in the springtime the king of all seasons с прекрасной игривой радхой слева от него. Весной, that Govinda Das goes on. Das Their limbs are covered with sandal water, powder, and kumkuma. By gazing at Krishna, who is more enchanting than a thousand kamadevas, hundreds of young gopis are overcome with loving desire, inspiring them to sing graceful songs in the holy festival. их части тела покрыты сандаловой водой, порошком и кункумой. Глядя на Кришну, кто прекраснее, чем тысячи купидонов, сотни юных гопи переполняются любовным желанием, вдохновляющим их петь красивые баджаны на фестивале Холи. <coughs> Затем он продолжает. For a flower necklaces, And yet still others, uh, bring rings. Чтобы переодеться после игры, некоторые гопи приносят новую одежду, другие приносят цветочные ожерелья, а в то же время остальные приносят кольца. Для музыкального сопровождения некоторые гопи приносят флейты, и находясь вблизи или вдалеке, они поют баджаны и ахоли, переполненные блаженством. Переполненные блаженством. Это сознание Кришны. And concluding his song, Govinda Das writes, as the unlimitedly talented gopis played graceful rhythms, Govinda Das's master, the crown jewel. И завершая свой баджан, Гавинда Дас пишет: Пока безгранично талантливые Гопи исполняли красивые ритмы, учитель Гавинда Даса, жемчужина среди всех танцоров, танцевал даже, когда девушки брызгали на него краской the gopis became В Гаргасамхите описывается, что после пения баджана фахоли все гопи вдохновились, как мы бы сказали в Искон, загорелись, и начали бросать друг в друга пригоршни красного порошка. sky trees crimson crimson Который описывается, затем поднялся в небо, подобно облаку, окутывающему землю, и деревья стали темно-красного цвета, и это облако повисло над горизонтом. Это красное облако повисло над горизонтом. И со временем это облако стало настолько плотным, что можно было увидеть только мелькание красноватых кулачков, разбрасывающих во все стороны ароматный красный порошок. Words, cloud, like Другими словами, если бы вы посмотрели на это облако, все, что вы смогли бы увидеть, было бы похоже на эти кулачки, разбрасывающие во все стороны красный порошок. And only the И только звуки, пение и музыки были слышны среди радостных возгласов. So in this way, this billowing cloud of red powder slowly moved through the forest until it reached Krishna, which was the ultimate purpose. Это вздымающееся облако красного порошка медленно двигалось через лес, пока не достигло Кришны.

Шастра описывает, внезапно, без предупреждения, это цветное облако напало на Кришну, как змея бросается на свою жертву. И прежде чем он смог убежать или хотя бы позвать своих друзей на помощь, гопи окружили его и удержали его своими руками. Then it said, like a monsoon cloud at sunset, surrounded by lightning bolts, Krishna was encompassed by gopis, who uh, resent, uh, relentlessly smeared his face and limbs with red powder and drenched his entire body whoosh, whoosh, with the syringes in colored liquid. Затем <speaking> говорится, <in foreign language> Кришна был окружен гопи, которые неустанно наносили на Его лицо и части тела красный порошок, и с помощью особых шприцев для разбрызгивания красок брызгали на Его тело цветной жидкостью. И в конце концов Кришна возвал к Своим друзьям, «Помогите, помогите, на помощь!» But the cloud of And the were so um, vigilant in guarding him that he couldn't escape, nor could his friends rescue him. Но облако из порошка было таким густым, а гопи были так бдительны, охраняя его, что он не мог скрыться, и его друзья не могли спасти его. The with no other resort, than his mystic power, Krishna expanded himself into as many forms as there were gopis and he attacked each girl with balls of powder and his own syringes full of colored liquid. Далее Грга Самхита описывает, что не имея другого средства, кроме своей мистической силы, Кришна распространил себя во столько форм, сколько было гопи.

Кришна потянул Шри Радху в центр сражения и осыпал ее с ног до головы порошком яркого цвета. Вместе они праздновали приход весны, танцуя вместе. Из этого получилась бы прекрасная картина.

Поэтому, видя это, гопи забросали их, как мы говорим по-английски, забросали их порошком и жидкими красками, и это совершенно сбило с толку мальчиков, заставив их просто убежать. Затем один ачарья задает здесь вопрос. «Он спрашивает, как долго продолжалась эта трансцендентная атака, это трансцендентное сражение?» But then answers the question. Но затем этот Ачарья отвечает на вопрос. He says, Он говорит, It's difficult to say, for time has no influence. On Krishna's pastimes, and even if it did, it would not be able to penetrate the billowing clouds of red powder. Трудно сказать, ибо время не оказывает влияния на лилы Кришны. И даже если бы оно оказывало влияние, оно не смогло бы проникнуть сквозь вздымающиеся облака красного порошка. Even if it did, it would not be able to penetrate. Time would not be able to penetrate. Даже если бы оно оказывало влияние, оно время не смогло бы проникнуть сквозь вздымающиеся облака красного порошка. Тем не менее, как и все хорошее,

и в то время, как они это делали, краска, которая была на их одежде, смешалась с ее бурлящими водами и создала прекрасную, красочную картину. Вы можете представить себе текущую реку Ямону подобную разноцветной радуге. Это Врадж, это Вриндаван. fully anointed with the sweetness of loving exchanges fully anointed with the sweetness of loving exchanges Radha and her friends then return to their homes and Krishna and his friends to theirs Затем, переодевшись в новую одежду и описывается полностью умощённые сладостью любовных взаимоотношений

поэтому все они перестали петь баджан и просто тихо вошли в деревню, в Кришна! Надеюсь, вам понравилось. So let us finish with another of the poet Das, or poems from his Padavali. This will be the next poem, or next song, you could say, number давайте закончим еще одним стихотворением поэта Гавинда Дасадхакура из его подавали. Это будет следующее стихотворение, или можно сказать следующий баджан, номер 88. Тот, кто подобен Луне, сияющий в лесу в Раджа, и кто преисполнен желаний Купидона наслаждается лилами разбрасывания красного порошка. В центре круга прекрасных гопи течет благословенная красноватая, наполненная волнами река духовной любви та, которая является прославленной героиней любовных лил, осыпает его красным порошком, в то время как он, кто является царем любовных лил, целует ее лицо. Gathering together, they come to rescue her and attack Krishna. Её луналикие подруги Гопи преисполнены удивления. Собравшись вместе, они приходят спасти её и нападают на Кришну. Trembling from the excitement induced by Cupid, the fearless Gopis run to Krishna, snatch his flute, and flee into the.

С этим звуком сливаются возгласы гопи — «Хо-хо-холи! Хо-хо-холи!» На земле, в воздухе или в воде, будь то движущееся, неподвижное или иное, все имеет один цвет — красный. Как мы уже слышали ранее в другой лекции, во Враджа Бхакти красный цвет является цветом любви. Завершая свой баджан, Говинда Дас пишет, «Вода красная, лотосы красные, и даже сердце Гавинда Даса теперь покрыто анурагой,

Variety of ways. So we'll be back in a couple of days with more pastimes about holy to satisfy your intense desires to hear the glories of Sri Vrindavan Krishna Balaram, the Divine Couple, Radha Krishna, and all the Brajabasis. Мы вернемся через несколько дней с рассказом о еще многих лилах Холи, чтобы удовлетворить ваше сильное желание услышать о славе Шри Вриндавандхамы, Кришна Баларамы, Божественной Читы, Радха Кришны и всех в की, की, की। जे जे श्री श्री गौर निताय खे श्रीकृष्ण शन की जय जय श्री श्रीराशि हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद धाम Rila Guru Deva Jai